Ну, Василий работает. Евангелие принесли. Кто издает? Вот бесплатно раздают. Только за подвозку платят. Ну, батюшка попал в участники. Ну так там, укладывайте ладонь. Ну уходи скорее. Все, уходи, 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 уходи. Какой ветер, смотри. Березы качают ветки. Кто мог думать? Отдохнуть не дадут. Не говори, только это. Вот Василий Николаевич Черепанов помогает. Открытки вот тут. Псалом блажен муж, который не ходит на совет нечестивый. Ну ты, батюшки, дай он гостям будет давать на праздники. Вот она, та самая резинка. Кастрируй. Угу. Ну все, поехали. На мошонку натягивается и все. А тебе что надо? Ты вот этих вот везде, Сергей. Пачки вот этих. Зачем ты столько делал-то вот эти? Там у нас тоже забери, зайди. Тут они у тебя портятся. Я сделал явно не для того, чтобы они тут вот валялись. Ну, я сделал, можно на храме было повесить на какого-нибудь батюшка, если бы не знаю. На московской патриархии, но они не пойдут на это. Ведь они от солнца выгорят сразу и все. Все, уходи. Все. Так это, вон две одежки надо на ту печку утащить. На какую? Которая там-то, она там, да вода. Их сушить вы высушили. Ну уже высохли. Там вообще-то бежит, там надо сделать, чтобы не бежало на трубу-то. Не сделать. Да как не сделать? Ну как не сделали, значит не могут. Ну. Не могут. Не делал, никто не делал. Да и как не делали? Делали. С Богом. С Богом. Закрой. Все, давай с Богом. Храни тебя Господь. Давай, поезжай. Видишь, как с Богом. Все с Богом и дальше нет ничего. Все уже сказано. Раз с Богом. Вот тут. Одежа всякая. Сдувает. Надо сушить ее. Вот так, шинелка наша. Елка, голуби. Еще голуби. Все, давайте.